Всем привет! Хочу показать еще один район города Анкориджа. Это такие горные районы, тут ближе к горам, где более состоятельное население проживает. Мы сейчас вот выезжаем, мы были в гостях у Делин. Это наша знакомая учитель, которая нас учит дома английскому, пригласила нас в гости. И вот я покажу вот этот райончик. Просто проедемся, посмотрим. Вот здесь тоже уже украшают к празднику. Около каждого дома стоит почтовый ящик. Почтовый ящик является собственностью государства. То есть подходить, что-то там делать, ломать нельзя. Это законом запрещается и охраняется. Вот можно посмотреть, как интересно украшают. Здесь вот тоже. Очень много врачей проживает в этом районе, потому что здесь рядом находится больница, большая госпиталь. Большая больница. Ну и все, выезжаем мы уже на дорогу, по которой мы поедем домой. Ну, всем пока-пока!